Сегодня приготовим очень вкусный крем-суп с лососем. Для этого в небольшом сотейнике обжариваем пару зубчиков чеснока, картофель 2-3 штучки, затем добавляем воду, мне хватило 300 мл. Все варим до полуготовности и потом добавляем несколько соцветий цветной капусты, буквально 10-12. Варим до готовности, выкладываем в блендер и добавляем сливки. За счет сливок регулируем густоту супа. Я люблю, когда суп погуще. Наливаем в порционные тарелки, сверху выкладываем слабосоленый лосось, украшаем зеленью, сверху можно посыпать перчиком. Это очень вкусно. Приятного аппетита!